Зинаида, там тебя спрашивают. Кто? Не знаю. Три кофе. Я сейчас. Ты меня тут спрашивал? Я. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Симукова, я Таня Сиротина. А? Нам о Степане нужно поговорить. Явилась. Пожаловала. А я-то дура, думаю, кому же это он каждое воскресенье ездить повадился? Зачем подлая ко мне пришла? Зин, вы знаете, Степан арестован. Он ни в чем не виноват. Вы же сами знаете Степана. Его спасать нужно, слышите? Спасать не нужно. Не ори, дура. Люди рядом. Иди сюда. А теперь меня слушай. Хотела получить Степана? Хотела? Вот и получила. Ешь его теперь. Хоть солью, хоть с перцем. Сел в тюрьму, значит, заслужил. Поняла? Вот так. Вот ты его и спасай. А я тут ни при чем. Новое дело, а? Может, вы вместе чего натворили, а? Зина, и то вы говорите. Ну, зачем вы так? Я же понимаю. Мы обе женщины. Ага. Ну, выслушайте меня. Да нет уж, я и слушать не буду. Следователь говорит, что у вас часы золотые, что вам Степан их подарил. А Степа говорит, что вы их на улице нашли. Для Степана это очень важно, поймите. Следователь говорит, что Степан женщину ограбил, убить ее хотел. И часы у нее отнял. Степан убить хотел? Дурак же твой следователь. Спасать нужно Степана. А часы – это главная улика. Где вы их взяли? Ну, где взяла – это мое дело, мои часы. И вообще, я не желаю участвовать в этом деле. Все. Кончен разговор. И вообще, что он в тебе нашел? Ни рожи, ни кожи.